Вперед на Филиппины. Непродолжительная стоянка парусника МГТУ «Сидо» в столице Самоа завершилась. Сейчас барк направляется в сторону Манилы, и это будет самый длинный в графике кругосветки переход. А у курсантов тем временем наступила пора сдачи квалификационных экзаменов. Уже успешные испытания прошли электрики, сейчас очередь мотористов. Обстановка на борту в норме. Перед каждым заходом в порт на корабле проводят большую приборку, чистят и подкрашивают. Вот сегодня целый день мы скребли, подкрашивали корабль. Он у нас выглядит красиво. За исключением, пожалуй, подводной части. Она у нас обросла такой длинной зеленой бородой. Так и называется борода. Ну, думаю, с подходом во Владивосток мы эту бороду срубим льдами. Таким образом, почистим корпус. А так, состояние и санитарное хорошее, и техническое хорошее. Таким словом, тьфу-тьфу-тьфу, плавание продолжается.